Всем привет! Вы смотрите «Черное море» каждый день. И это канал о погоде в Сочи, где каждый день я хожу на море и снимаю его для вас. Обязательно подпишитесь на мой канал в Ютубе, в Инстаграме. Ссылочки в описании к этому ролику. И сегодня у нас 18 февраля. Отличный, ясный день. Смотрите, какое судно идет по морю. Катает туристов. Море спокойное. Ветра нет, погода отличная, на небе не облачко. Водичка прозрачная, такого нежного лазурного цвета. Замечательная погода, температура воздуха где-то 12, может быть даже 13 градусов тепла. Люди гуляют, наслаждаются солнечными деньками. Давайте еще раз посмотрим на кораблик. Если хотите, можете приехать в Сочи и прокатиться на таком. В общем, обязательно подписывайтесь на мой канал. Смотрите «Черное море» каждый день. Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Не забывайте, что комментарии должно быть не менее 5 слов, чтобы поднять мое видео в поиске. И всем пока!